Друзья, мы хотим полететь на воздушном садике. Очень хотим, и мы для этого целый год старались. Мы зарабатывали деньги, мы мечтали, и вот наконец-то мы здесь. Мы едем догонять шарик, просто где-то он еще летает, где-то там в воздухе. И вот у нас шар впереди, вот он летит. И вот мы его сейчас на нем полетим, или на том вот красном чуть-чуть дальше. Мы где-то их найдем. Итак, ребята, сейчас мы выходим все из шара, и вы двигаетесь за нами. Наконец-то мы на высоте 300 или 500 метров, ну как-то... 900! 900 метров, извините, над землей. У нас везде горизонт, просто везде. И что я хочу вот сказать, как гражданин, как человек, что у каждого из нас есть свои горизонты. И нет ничего невозможного, и мир просто громаден. Надо смотреть далеко, надо дерзать, идти вперед и ничего не бояться. Этот полет мы запланировали год назад, и вот мы наконец-то мы здесь. И все, что мы хотим сделать, мы обязательно сделаем. Спасибо. Все хорошо? Отлично. Прилетели, начинается посадка, складывание шара. Необходимо пройти обряд крещения воздухоплавателей. Обряд крещения заключается в том, что мы отдаем дань уважения четырем стихиям. Прошу подойти всех к этим шкурам, так расположиться, чтобы преклонить колено или колени на эти шкуры вот этих местных представителей фауны, которые когда-то бороздили тут поля.